Добро пожаловать! Для лучшей навигации используйте тайм-коды в описании. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Приют кошмаров. Тревор – молодой человек, приговоренный за убийство своей девушки к длительному заключению в психиатрической больнице. Но вскоре он начинает сомневаться в реальности произошедшего убийства и начинает подозревать, что ужасные воспоминания о произошедшем искусственно помещены в его сознание доктором Элком. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!